Артистов балета будут воспитывать на Полесье. В одной из школ Давид Городка открылся хореографический класс, который курирует Центр искусства известного балетмейстера России Гедемина Тарынды. Ради этого события мэтр прервал гастроли в Испании и приехал на белорусское Полесье. Здесь он провел небольшой мастер-класс. Обучаться бесплатно в двух балетных группах будут дети с 5 лет. Набрано уже более 80 мальчиков и девочек. Сейчас им даем первую ступеньку для того, чтобы их дети поняли, как это здорово, как это трудно, это безумно трудно, но в то же время это целая вселенная. И кто-то из них, может быть, дотронется, и кто-то из них станет великим артистом. Самых способных учеников известный балетмейстер планирует отправлять на стажировку в Москву.